Сотрудники Главного управления МВД России по Саратовской области задержали 5 жителей Саратова. Они обвиняются в организации незаконной миграции. Предварительно установлено, что возглавила криминальный бизнес ранее судимая руководительница специализированной коммерческой организации. Вместе с сообщниками она проводила фиктивные экзамены для иностранцев на знание русского языка как иностранного, истории и основ законодательства Российской Федерации. Злоумышленники оформляли мигрантам временную регистрацию по различным адресам в городе Саратове, а также документы о трудоустройстве. При этом на самом деле приезжие проживали в хостеле и не имели постоянного места работы. Кроме того, используя родственные связи на территории иностранных государств, участники группы искали и доставляли в город Саратов потенциальных клиентов из-за рубежа. По версии следствия, за время противоправной деятельности они организовали незаконное пребывание в Российской Федерации не менее 460 иностранных граждан. Полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии в хостеле проведены обыски. В отделы полиции доставлены 11 иностранных граждан. После проверки законности их нахождения на территории России в отношении 4 составлены протоколы об административном правонарушении. Также в ходе обысков по местам жительства обвиняемых изъяты мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям Следственного управления, Управления МВД России по городу Саратову, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейскими проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех причастных к деятельности группы, а также на выявление дополнительных эпизодов организации незаконной миграции.